Всем доброго дня. Сегодня у нас небольшой рассказ про лавки садовые. Смотрите, из чего лавка состоит. 2 метра на длиной. Доска 40 на 90. Обработана антисептиком с цветом, цвет золота. И эти лавки у нас покрашены в цвет, тоже золото, голд называется. Такой красивый вот цвет. Закреплены все доски саморезами. Каркас изготовлен из трубы 20 на 20 и основание 20 на 40. В основании просверлены отверстия. Если надо на фундамент закрепить, 8 по 8 анкер. Подлокотники сделаны. Вот такие красивые лавки. Так происходит монтаж доски. Доска 40 на 90, обработана антисептиком с колером. Такие саморезы 5 на 45. Вот стоит доска готовая. Крепим доску. Так происходит монтаж доски. 2 самореза на каждую доску. Покраска полимерно-порошковая. Лягушки. Отверстия технологически закрыты заглушками. В трубе 20 на 20, 20 на 20, внизу 20 на 40. Такой мощный подлокотник. Все обработано, зачищено. Приезжайте к нам в гости на Климовскую 23. Всегда будем рады. Следующее видео будет у нас вот про такие лавки. Космос серия. У нас есть вот такая еще лавочка. Лавка трансформер, но это тоже будет другое видео. Она как и скамейка, и как стол. Рассказали про наши лавочки садовые. Всем до новых встреч. Подписывайтесь на наш канал. Не забываем ставить лайки и смотреть новое видео. Всем до свидания.